В этой фотостилизации легко угадывается стиль пин-ап. В 30-е и 50-е годы прошлого века героинями рисунков были сексапильные красотки, демонстрирующие свои округлые женственные формы. С годами эталон красоты менялся, и сегодня, в эпоху мускулистых фитоняшек, вновь возникает интерес к классической женственности. Фитнес-тренер Алена Радыгина практикует специальную методику, которая получила название «фитнес-пин-ап». Фитнес-пин-ап – это классическая биомеханическая теория развития тела через мягкие стимулирующие тренировки. Это новый тренд в сфере молодости, здоровья и красоты. Это такая же система, как бодибилдинг, как шейпинг, как аэробика, как йога, как кроссфит, пауэрлифтинг и так далее. Это не похудение, но очень много результатов у девчоночек, они теряют вес. Это уходит лишняя вода, уходит лишний жир. Мы как раз работаем над тем, чтобы эту лишнюю воду и лишний жир вывести из организма, уплотнить мускулатуру, сделать линии изящными, отточенными, красивыми, чтобы ручки, ножки и вообще вся фигура стала более плотной, более изящной. Цель данной системы – это мягкие изгибы и хороший мышечный тонус. И чтобы заниматься, не пропуская тренировок, фитнес надо воспринимать не как необходимость, а как настоящую радость. На наших тренировках не устают девчонки. Они выходят с, так сказать, с энергетической моржой с тренировок. Они выходят заряженными, потому что правильные тренировки, они должны энергией заряжать, а не отнимать энергию. Хочется идти на эти тренировки, потому что там нет у нас каких-то тяжестей, мы не потеем там 2 часа, настолько все просто классно. Тело стало очень красивое, мне очень нравится, я буду продолжать к ней ходить заниматься, потому что это красиво, это женственно, это эстетично. У меня такой прилив энергии, я думаю, что бы мне поделать, чем бы мне заняться, куда бы мне ее деть. После тренировок мое тело стало упругим, красивым, ушел вес. Вот я чувствую легкость и довольна собой. Не дожидаясь пляжного сезона, девушки решили показать свои фитнес-результаты в рамках фотосессии в ретро-образах, которые помогли создать профессиональные стилисты. Девочек готовили в стиле пин-ап. В макияже это яркие губы, стрелочки, в прическе локоны, объемные челки. Мне очень нравится. Девчонки в образах подготовлены, потрясающе слушаются меня, делают все, что нужно. Здесь их много, здесь мы очень долго снимаем. Позы мы подсматриваем в интернете, некоторые изобретаем самостоятельно. Девчонки помогают, я подсказываю. Все девушки очень эмоциональные, красивые, открытые. Немножко волнительно, конечно, потому что не так часто устраиваются подобные фотопроекты. Мы готовились, подбирали наряды, думали о том, какие будут прически, макияж. Но сейчас вот в этих образах они просто безумно, невероятно красивые. Сегодня в моде разнообразие, отказ от стереотипов и возможность быть тем, кем ты себя считаешь. Этот тренд коснулся в том числе и фитнес-индустрии, где до недавнего времени все было очень категорично, а к настоящему моменту появился выбор.